Снизить финансовые и административные издержки для недропользователей предлагают депутаты Мажилиса. Соответствующий законопроект они рассмотрели на пленарном заседании палаты. Так, документ позволит почти на 12 месяцев сократить сроки экспертиз в 2,5 раза, снизить админиздержки по процедурам. Кроме того, у разработчиков появится право отказываться от продолжения бурения без штрафов. Правда, только в случае, если будет доказано, что нет перспективы сейсморазведывательных работ. Также законопроект предусматривает льготы для инвесторов в сфере геологоразведки. Речь идет о льготах и преференциях для того, чтобы это отрасль геологоразведка была инвестиционно привлекательной. То есть те привлекаемые инвестиции как раз таки идут на то, чтобы на геологоразведку, которая позволит увеличить наши запасы по прогнозу Министерства энергетики до 1 миллиарда тонн нефти до 2045 года.